озвучено проектом HSP Voice Soul. Приятного прослушивания. Так, сейчас растеку завесу, чтобы ты мог пройти. Одну минуту. Проверь пока соседей напротив. Захар Матвеевич часто подглядывает за мной на лестничной клетке. Ха-ха-ха-ха-ха. Тайный поклонник? Если бы тайный. Запарил уже со своими заигрываниями. А на свадьбу позовете? Еще один подкол и будешь ночевать тут. Я шучу. Ку-ку, хозяева, есть кто дома? Вера, там какой-то синий нудист с веревкой на шее стоит. Это Захар Матвеевич. Не пугайся, он безобидный. Ну, доставали меня соседи, полы заставляли мыть на клетке почти каждый день. Я взяла и привела в их дом повешенного. Он по улице бродил без дела в соседнем квартале. Думала, поживет у них немного, посуду побьет чуток, они экзорциста вызовут, выгонят, одумаются. А не возьми и окажись атеистами. Ну и Захар Матвеевич остался, понравилось тут. А потом ко мне начал липнуть. И я его в их квартире заперла. Готово, проходи. А с этой женщиной опасно ссориться, а? Верочка, это ты? Зайди поздороваться, а? Милая, я слышу просто твой не голос. Обращай внимания. Я дома! Моя красавица, моя волчица. Домашний дух? Ждала меня, моя сладкая. Ты моя умница, правда, Жужа? Жужа? Чего скалишься, призрак? Да нет, просто ты назвала собаку Жужей? А как же твой понтовитый образ, холодный и безучастный? Ай! Не ссы ты, бесовщина! Ох, я же призрак, точно. А нафиг тогда ты в меня это кинула? А что, мне шаровые молнии в тебя запускать в съемной-то квартире? Ну да. А табуретку в духа кинуть очень логично, действительно. Поумничай мне еще, вылетишь отсюда как пробка! Опять мебель кидает. Ухажёр, наверное, не угодил. Бедная девочка. Что ж ей так с мужиками не везет? Озвучено проектом HSP Voice Soul.